Определенный сам ролик, хотел бы посоветовать вам канал Белуч. Он снимает видеоролики по GTA район ролеплей будни админа и снимает Амазин 6 сервер будни ДПС. Поэтому подписывайтесь, ссылочку я оставлю в описании. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Амазин ролеплей первый сервер. Мой ник здесь Кирилл Подбулове, не забывайте вводить мой ник при регистрации. И сегодня, по названию ролика, вы, думаю, догадались, сегодня пойдет речь о моем бизнесе. Кто не знает, у меня есть бизнес, это столовая в Батырево, которой я владею, ну, примерно 2 месяца. Точно вам сказать не могу, в принципе, но где-то так я владею этой столовой уже 2 месяца. И сегодня покажу ее финку, расскажу, прибыльная она, неприбыльная, какие проблемы с ней были, возможно. И так далее. Поэтому ставьте лайки, в принципе, и погнали. Да уж, я попал в аварию, заебись. Сам ебанутый. Да уж, придурок, конечно. На встречку вылетел, блядь, еще говорит, что я ебанутый. Конечно, блядь. Ладно, погнали. Надеюсь, мы доедем. У нас 715 хп. Поедем через гарель, так будет, я думаю, побыстрее. Доедем до моего бизнеса, который в Батырево, напомню вам. Покажу там финочку, что я с ним думаю делать и так далее. Так, вот мы, короче, в Батырево, я уже починил машину, в принципе. Вот, это столовая, кто не знает. Короче, вот она. Это столовая. Это замечательная столовая, короче, вот она. Если что... И чё, что я тут? И чё? Салам алейкум. Ку-ку. Ку-ку, здорово. Здорово. Снимаешь. Плюс. Да, я снимаю, чувак. Так, что-то они, блин, от меня хотят уже. Привет всем нахуй. Господи, нельзя поадекватнее. QQ. Итак, короче, вот мой бизнес. Давайте в него зайдем. Я вам покажу, что здесь и как. В принципе, хотя все видели столовую, я думаю, это никому интересно. Вот это центральная столовая, можно сказать, Батырева. Место расположения ее вообще охуенное, я думаю. Чё по финке, смотрите. Бусинес. Баланс 8000, и давайте я финку покажу. Ну, какая-то вот такая вот финка, из-за того, что у меня часто, пацаны, бизнес стоял без продуктов по 4 дня даже. Во-первых, я его не пиарю, я теперь очень редко играю на Амазинг из-за того, что нечего особо делать. Я не вставляю в видос рекламу этого бизнеса, хотя у меня есть, я снимал такую дичь, короче. Ну, я, не понимаете, не занимался, не занимаюсь, не занимался. Я думаю, в ближайшее время его продать, возможно, не продам, возможно, продам. Но я буду продавать его за 2,5 миллиона, там, за 2,3, где-то так. Покупал его за 2 миллиона, за 2,3, за 2,5 пройду, потому что, чтобы он мне купился, потому что, блин, я очень много денег тратил за счет продуктов. Реально, здесь продуктов хватает буквально на 4-5 дней. Что-то они здесь очень быстро уходят, я не знаю почему. Поэтому... Он мне только в убыток как-то идет, понимаете, поэтому я хочу его продать. Оплачено на 28 дней, продуктов почти 500, а баланс 8720. Столовая, я не помню, уже песня находится, по-моему, 6-й раздел, 9-й бизнес, если я не ошибаюсь. Но я думаю, все знают, где находится эта, как так сказать, столовая, в принципе. Я думаю, местоположение вам знакомо. Поэтому как-то так. Юрий Хабибов. QQ. Вот мы пишем QQ. Так, какой-то Игорь Корлеоне какой-то непонятный. Ну, начинается ДМ уже, но... Это понятно, в принципе. Без этого никак. Давайте с ним поздороваемся. Батя народу собралось. Я, конечно, в шоке. Я в серии... Да, чувак, ты в серии. Да, ты в серии, чувак.
Это да. Что-что, но ты в серии. Так, давайте поздороваемся с Юлией Хабибовым. Так, Тайлер какой-то у нас. Пруфы есть. Там вы куплены на мои деньги, арк сломали. Ну, хз, чувак. Я ее выкупил у Тимохи. А Тимохе подарил подписчик. Не, чувак, это моя BMW. Я за нее деньги заплатил. Все, как бы. Я знаю, Томас Майор подарил ее Тимохе. Увы, но она моя. Увы, но она моя, как бы. Ладно, погнали, короче, я в банк заеду, заплачу. Потому что нужны бабки. Даже хотя бы прокатиться на моей малышке. Сори, сейчас занят. Давай позже. Давай позже, чувак. На твоей малышке. Ну, конечно, трудно мне верится, то, что это действительно его BMW. Так, дайте проехать. Спасибо. Так, красный. Зеленый уже загорелся. Сейчас заедем, я... Да, я разъебу BMW, заедем. Так, блядь, я еще заглушил. Итак, ебаный ты в рот. Не знаю, может это правда, что его взломали, как бы, но... Тимохи ее подарил подписчика, а у Тимохи уже его купил ее я по дешевке. Поэтому все по-честному. Все по-честному. Так, давайте я закину бабок немножко. Так, положить. Полтинничек положим, короче, и платить дом, и оплатим бизнес на 2 дня. Все, я думаю, этого хватит. И, да, бабки 39 тысяч мне хватит пока что на там мелкие расходы. Ну, серьезно, блин, чуваки, я думаю, в ближайшее время продать его. Не знаю, возможно, куплю что-то другое. Возможно, ничего не буду потом после него покупать. Также я думаю дом продать. Но это будет, наверное, в отдельной серии. Не знаю, продам его или нет. Но я планирую продать дом. Поэтому я хз. Зачем я его продавать буду, вы узнаете в серии, если я его буду продавать. Все-таки. Так, тут мусора что-то катаются, заебали. Так, давай, проезжай. Давай, давай, давай. Давай. Боже, дайте проехать уже, заебали. Спасибо. Все, погнали дальше. Прокатимся чуть-чуть на BMW. Ну, серьезно, блин. Я его продаю не за финки, пацаны. Из-за того, что он не реально в убыток идет. Именно. Ну, хотя это и так и за финки, можно сказать. Но если заняться этим бизнесом нормально, в принципе, 2,5 за столовую это довольно-таки недорого, я считаю. Я вообще его за 2 купил. Ну, 2,3 я его продам, 2,5 это так. Возможно, на медсерии, когда уже вы это смотрите, я уже его продал. Возможно. Но это не точно, если что. Но все может быть, если что. Поэтому бизнес реально хороший. Блин, раньше он был прибыльный, когда у меня еще на основе он был, этот бизнес, он был прибыльный. А сейчас он уже не такой прибыльный, поэтому я не знаю даже, почему так. Ну, это из-за того, что я ним занимаюсь. Все бизнесы, какие у меня были, ну, помните, на Аке Кирилл Путбуль, как его деактивировали, все они были прибыльные. Ну, 90% из них были прибыльные из-за того, что я их пиарил, я ими занимался и так далее. Сейчас я этим не занимаюсь, я уже не так часто играю на мазинге, поэтому из этого, возможно, такая финка маленькая. Но я его буду продавать, наверное, все-таки. Не знаю, посмотрим. Если его продам, вы все равно это увидите в серии, как я его продавал и так далее. Это мой, кстати, самый первый бизнес на этом аккаунте, на новом аккаунте, вот, Кирилл Футболове. Это мой самый первый бизнес. В принципе, я уже немного поднял бабок, у меня в банке лежит 5 миллионов, может чуть больше, 5 миллионов 186 тысяч у меня лежит. И не знаю, если его продам за 2,5, это будет 7 миллионов 686 тысяч. Ну, короче, вы понимаете, да? Я, наверное, продавать все-таки его буду, не буду, не знаю. 68 литров хватит, думаю.
Так, и давайте еще сделаем, знаете как, купим канистру и заправим ее канистрой еще. Все, теперь можно ехать, я думаю. Теперь будет заебись. Ладно, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кто еще впервые будет играть, регистрируйтесь на мой ник, короче, регайтесь. На этом у меня все, ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.